Дружба с Крымом крепнет с каждым днем. Ивановские спортсмены встретили на солнечном полуострове 9 мая, приняв участие в спортивных соревнованиях «Крым-Россия. Весна Победы». Международный турнир был организован Федерацией настольного тенниса города Алушта. Участие в состязаниях приняли более 70 спортсменов. Ивановскую область представили 5 теннисистов. Организаторы назвали факт проведения турнира историческим, так как это первые соревнования после объединения Крыма с Россией. Участники пожелали, чтобы в турнирах Алушты впредь принимали участие спортсмены не только из Ивановской области, но и от всех регионов России. Не так давно Республика Крым стала частью России, и мы считаем, что наш турнир призван к объединению регионов, в частности, Ивановской области и Республики Крым.